Это скорее проблема власти, которая вот сейчас в настоящий момент управляет на территории. Потому что сейчас вот эта тенденция общая, да, борьбы городов за узнаваемость, вот это вот вложение экономики в смыслы, вложение в экономики в культурные смыслы, она сейчас в Казань, да, но я много примеров. А в свое время там в Америке за это шла борьба. Чикаго, Бостон, они там просто вот дрались. Понимаете? Поэтому вот вынудит, может быть, мы немножко отстали, но это мировая тенденция, вынудит любую власть брендировать территорию, думать об этом, искать идентичность не только разрозненными смыслами, потому что Иннопром только косвенно, мне кажется, указывает на нас, как на промышленный регион, там коннотации тоже совершенно разные по поводу событий как такового. Я, в общем, в этом смысле не критикую, я просто думаю, что рано или поздно ли этой темой просто придется заняться, потому что город будет выпадать из инвестиционного потока, если мы говорим про внешнюю его аудиторию.